Если ты тоже каждое утро просыпаешься от несчастного будильника, который с ужасом будит тебя и заставляет твой ум взбудоражиться, если ты, подходя к зеркалу, видишь несчастливый взгляд красотки, которая на тебя смотрит, а не выспавшееся лохматое привидение, это видео для тебя. Сегодня я поделюсь с тобой несколькими лайфхаками, как просыпаться утром уже красивой. Да-да, это более чем реально. И начнем мы с вечера. Момент первый. Скорректируй вечерний прием пищи. Если ты не хочешь проснуться с кругами под глазами, опухшими, отекшими веками, не пей на ночь много воды. А также постарайся исключить соленую пищу как минимум за 4 часа до сна. Кстати, лучше эту же самую воду выпей с утра. Поверь, она тебя и взбодрит, и подскажет твоему организму, что ты уже проснулась, и скоро будет завтрак. Организуй свое спальное место. То, в каких условиях мы спим, очень влияет на наше состояние с самого утра. Поэтому позаботься о том, чтобы ночью в твоей комнате был свежий воздух. Для этого проветри комнату с вечера. И по возможности сделай так, чтобы ночью в твоей комнате было максимально темно. Именно тогда, когда все шторки зашторены, и минимальное количество света проникает к тебе в комнату, твой мозг поймет, что пора спать, и спать ты будешь намного крепче. Тщательный демакияж, девочки. То, о чем я говорю почти в каждом видео. Ночь – это невероятно важное время для нашей кожи. Деление клеток происходит с наивысшей скоростью. И давайте поможем нашей коже. Нам нужно всего лишь смыть макияж, смыть все загрязнения. Вы только посмотрите, какой грязный ватный диск. Представляете, если это все останется на коже? Как она будет спокойно восстанавливаться? Следующий шаг – правильный уход. Не просто так крема разделяются на утренние и вечерние. Именно в вечерних масках, вечерних кремах содержатся наиболее питательные элементы, которые раскрываются всю ночь, которые могут действовать на твоей коже продолжительное время. Я хочу тебя познакомить с новинкой лично для меня. Это крем-маска от Vichy. То есть ты ее можешь использовать хоть как крем ночной каждый день. Полезные компоненты будут раскрываться всю ночь. А также этот продукт можно использовать отдельно как маску. Я сейчас покажу, как я это делаю. Наношу средство более толстым слоем, нежели я бы наносила крем, и жду минут 15. Маска невероятно приятно пахнет чем-то таким природным, может быть даже медом. И уже после первого применения на самом деле кожа становится намного мягче. Кажется, что она очень хорошо увлажнена и больше вообще ничего с ней делать не надо. Также не забывайте про отдельный крем для глаз. Я также наношу на ночь масло для губ, потому что сейчас они у меня трескаются невероятно. И вот все такие намазанные, ухоженные, мы можем идти спать. Сейчас мы точно можем быть уверены, что за ночь все эти продукты поработают, и утром мы уже проснемся супер красотками. Если ты не хочешь на утро проснуться лохматой, как в самом начале моего видео, но в то же время не хочешь перетягивать свои волосы, потому что от тугих хвостиков, от тугих шишек волосы сильно стягиваются, становятся более ломкими, то я советую сделать просто легкую косу, так волосы и не будут на утро лохматыми и не будут стягиваться. Ну и последний, но не по значению лайфхак, это настрой. Я очень часто говорю о силе нашего мозга, силе нашего подсознания, и сегодня не могу пропустить этот пункт. Если ты с вечера ложишься, понимая, что тебе осталось спать там 5 часов, настраиваешь себя с вечера на то, что ты утром будешь чувствовать себя безумно разбитой, не выспавшейся, еще и много уроков, и вообще завтра не самый хороший день, поверь, именно это ты и получишь, и утром после звонка будильника ты проснешься в наихудшем настроении. Поэтому настрой с ночи и мысли после пробуждения — это очень важный этап, который не займет у вас больше одной минуты. Я на ночь постоянно себя настраиваю на то, что я проснусь выспавшейся, здоровой, свежей, бодрой. Я благодарю сегодняшний день за то, каким он был, вспоминая все самые яркие моменты, потому что порой мы, девочки, это забываем делать, а это очень важно. Просто подумай, как ты счастлива от того, что ты в принципе можешь начать новый день. Это же абсолютно новые возможности, новые открытия, новые знания. Неужели хотя бы за это нельзя поблагодарить грядущий день? И то же самое проделай после пробуждения. Даже если ты не очень выспалась, постарайся настроить свои мысли позитивно. Настрой себя на сегодняшний положительный, хороший, добрый день, что он тебе принесет море ярких эмоций. И поверь, просыпаться с хорошим настроением, нормальным, адекватным видом — это вполне реально. Так что попробуй мои лайфхаки и проверь сама на себе. И самое главное, улыбайся чаще, красотка. Пока-пока.